Тем временем, прямо сейчас президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ведут переговоры по телефону. Лидеры обсуждают ситуацию в Украине и конфликт в Сирии. Это первый разговор президентов после американского ракетного удара по сирийской авиабазе. Его в России назвали актом агрессии против суверенного государства. А с момента инаугурации Дональда Трампа это уже третья беседа в телефонном режиме лидеров двух стран. Лично они пока не встречались.